Сейчас, кстати, проект, буквально сегодня мне партнеры прислали предложение, продвигаю. Один интересный, это статус-бот, вот этот проектик. И что здесь самое интересное, я вложил 700 рублей, а уже ко мне вернулось, давайте на кошелек глянем сколько, 1246 рублей. То есть я еще только записал видеообзор, накинул на YouTube, нигде ничего рекламу не давал, соответственно, вообще ничего. Идут переливами уже 52 рубля, 700 рублей мне вернулось от партнеров. Вот люди вот сами добавляют, смотрите. Я видео на YouTube выкинул, где-то там в группе выкинул у себя, у меня есть Nextstart группа, что такой бот есть. И вот люди начали заходить, то есть рекламу еще вообще не давал. Просто, можно сказать, пост разместил и видео на YouTube выложил пока. Но уже купил свое вложение. Представляю, что будет, если дам рекламу. Ну ладно, о статус-боте я сегодня, кстати, ночью сделаю готовый комплект. И завтра с утра уже будет у моих партнеров. Кто хочет присоединиться, наберите статус-бот в YouTube и увидите мое видео, найдете. Они уже выложены. 6600 за первый день. Вот, видите, статус-бот, люди добавляются. Сразу получается статус-бот сейчас как бы показываю, да? Давайте сейчас сразу кошелек нажму и вижу, что у меня уже 1303 рубля, баланс 503 рубля, заработано 1303 рубля, но я пока не понимаю, как здесь что происходит, а в общем разберусь, я там до конца еще даже не понял, что, как это работает, но вот видите, зарабатывается здесь 500 рублей, здесь 1303, а вложил всего 700 рублей, сейчас запишу это видео и буду разбираться, что мне накапало на боте, честно говоря, такого давно не видел, чтобы денежки так приходили, вот еще начисления пришли. Под этим видео будет. Вот 1400 уже, прям на глазах, видите. Ну, прям круто, да? Да вы что, опять пошло начисление? Так, кошелек. Сколько здесь у меня? 1622 рубля. В балансе 822. Еще пошло начисление. Давайте посмотрим. Кошелек. Записывал одно, получилось другое. 2024 рубля. Вложил 700 рублей. Ну, не знаю, как так дальше пойдет. В общем, а если сейчас посмотреть, что вытворяет этот бот, который подключился, статус-бот, то, конечно, здесь тоже интересно. 2000 рублей при вложении 700 рублей. Здесь вход 100 рублей на бота. Я вошел на три площадки. 100 рублей, 200 рублей и 400 рублей. Идет удвоение, то есть 700 рублей. Из прибыли уже купил площадку следующую, а здесь 1600. И давайте активирую еще следующую матрицу. У вас недостаточно средств на балансе. Для активации матрицы в балансе 1224 рубля. 1600, ага, в балансе 1224 рубля, ну, в общем, я разберусь, я не понимаю, что такое, вот, значит, на балансе должно быть, что заработано, буду разбираться, что как идет, но, значит, 1224 рубля я могу сейчас вывести, да, а вот эти денежки там что-то куда-то перераспределяется, наверное, моим партнерам отсюда откалывается, здесь очень много переливов, и, соответственно, от меня будет еще больше сейчас вам, потому что вы придете, и поэтому вот это, скорее всего, на переливы улетает, 800 рублей, а 1200 мне, но тоже справедливо, почему нет. Доход 1972 рубля от тех людей, что зарегистрировались. Человек регистрируется, получаете 50%, если по вашей рекомендации. Первый уровень 50 рублей, второй уровень получается уже 100 рублей, третий уровень 200 рублей и так далее. Да? То есть, ну, уже вот от этого падает. Я захожу на минимум на три площадки, сейчас я уже на 4, сейчас сюда вот нападает еще денежка, 400 рублей, чуть меньше, и я войду на следующую площадку, обязательно повышу себе матрицу 5. Хочу дойти как минимум до 7 матрицы. И вот здесь я в чате своем написал, что вот я захожу, попробуйте. Просто, честно говоря, удивился с такого, когда я настраивал, мне переливы уже полетели, там по 16 рублей, еще по сколько-то, и 700 вложил, то был, конечно, удивлен. Сделал коробочку быстро вот такую для этого бота, да, и сказал, что завтра будет готовый комплект для своих партнеров готов. То есть будете набирать подписчиков, партнеров, и давайте я покажу. Вот у меня уже собирается отличный телеграм-бот для заработка, и, соответственно, здесь у меня идут вот эти вот видео, как я заходил в проект сам, потом от Сергея Панферова, что мне прислал видео, посмотрел, потом кошелек Pair здесь мы используем, как завести, пополнить, все остальное, как я активировал три площадки, я показываю, прям иду по шагам, веду, да, и здесь как получить автоворонку для набора подписчиков, тоже здесь будет текст и ссылочка, надо подписаться будет там, да, то есть собираю подписчиков, то есть такая своеобразная подписная, кто заходит, регистрируется, то тоже после подписки получает себе такой же мини-сайт, уроки по настройке, если, конечно, он вошел в команду тоже, да, и в нашей команде зарегистрировался. То есть вот такой вот замечательный бот. Для рекламы будут баннеры, и уже я вам показал, для рекламы есть у меня замечательная коробочка, которая, я думаю, вам, наверное, понравится тоже, да.
Здесь Telegram-бот для заработка и инвестирования. Здесь можно инвестировать, то есть влаживать суммы денег, и, соответственно, они будут на вас работать. Этого я еще не пробовал, только сегодня вот подключаю его буквально перед записью этого видео. Но вот уже такие материалы подготовил. Всегда качественно работаю со своими партнерами, стараюсь по максимуму сделать все, что могу от себя, и рекомендовать только проверенные материалы. Единственное, надо будет только раскинуть рекламу вам в эту ссылочку везде, и все остальное идет на автомате. Поэтому рекомендую, и как бы попробуйте поработать. У кого-то может чуть хуже получится, у кого-то обязательно получится лучше, но 100% будут заработки, 100% будет результат. Вы заходите в проект, работает хорошо, можно зарабатывать, работает все на автомате. Это совершенно свежий проект, не знаю, как он дальше пойдет, но пока мне он тоже понравился. Возможно, он отработает какое-то время, там месяца 2-3-4, да, но судя то, что здесь идет инвестирование, я думаю, тоже ребята зарядились надолго, потому что им интересно, и сюда народ очень массово повалил. Вот сейчас с вами разговариваю, вот еще Константин Луконин, приветствую, тоже зашел, активировал 4 матрицы. Все, что хотел показать, я показал. Заходите, зарабатывайте перед Новым годом, зарабатывайте на новогодних праздниках. Поздравляю всех с наступающими праздниками. С вами был Остап Бондаренко. Встретимся в моих следующих видеообзорах.